Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A16s. И сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Итак, для этого мы открываем браузер. Далее нажимаем на три точечки в правом верхнем углу. Выбираем историю. Далее нажимаем «Очистить историю». Выбираем временной диапазон и что именно мы хотим очистить. И нажимаем «Удалить данные». И таким образом мы очищаем историю. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.